Ты что, мне не доверяешь? А Миша, Катя каждый день цветы дарит. Не то, что ты. Тебе не нравится мой подарок, да? Мы стали слишком разными. Я надеюсь, что я просто ослышалась. Угу. Удачи. А у Ирки, короче, сейчас она поехала в отпуск, и там она псышку встретила. Ты всегда думаешь только о себе. Ты что, мне не доверяешь? Ты мне изменяешь? Мы очень-очень разные. Мы абсолютно разные. Короче, мне все ясно. Пока. Я сейчас что-то не поняла. Ты что, совсем дебил? Почему ты не поставил мне лайк? Ты дебил? Ты мне не изменяешь? Ты мне изменяешь. Дебил. Дебил. Подумай сам, почему я обиделась. А ты мне не изменяешь? Ты мне изменяешь, да? Мне нужно отдохнуть от тебя. Тебя никто здесь не держит. Так, я сейчас что-то не поняла, да? Что это за баба появилась у тебя в друзьях? Скажи честно, я тебе еще не надоела? Я решила взять паузу. Маленький перерывчик. Мы говорим на разных языках. Что это за тёлка? Короче, мне все ясно. Пока. А Коля Свете шубу купил на день рождения. Мы вообще-то разговариваем, если ты не заметил. Иди найди себе получше. А может быть, эта Катенька к нам переедет уже? Я ослышалась, да? Просто мы разные. Мог бы хотя бы спокойной ночи мне пожелать. Что это за тёлка? Ты ведешь себя как ребенок. Иди, иди гуляй со своими друзьями-алкашами. С ними же интереснее, чем со мной. Расскажи мне что-нибудь интересное. Мы стали слишком разными. Я не понимаю, ты сейчас что, ты нарываешься, да? Поговори со мной. Я тебе еще не надоела? Нет, я не обижаюсь. Нет. Я? Нет, я не обижаюсь. Поговори со мной. Я потолстела, да? Скажи конкретно, за что ты именно извиняешься? А тебе не кажется, что ты оборзел? Это что, по-твоему, смешные картинки? Меня не любишь. Иди, найди себе получше. Я? Нет. На тебя? Нет. Я не обижаюсь. Я не обижаюсь. Делай, что хочешь. Ты меня вообще слушаешь? Неудачник, козлина долбаная. Я не обижаюсь. Все, делай, как знаешь. Ну, конечно, ты никогда ни в чем не виноват. А ты меня любишь? Ты же меня любишь, да? Нет, я не обиделась. Нет, ты послушай, это очень интересно. В общем, мог бы хоть спокойной ночи пожелать. Не обижаюсь. Нет. Может, все-таки ты хочешь что-то мне сказать? Тебя заботит только собственная жопа. Тебе скучно со мной, да? Да, не доживет, видимо, моя бабуля до моей свадьбы-то. Всегда, всегда виновата я. Господи, о чем вообще речь? Всегда виновата я. Ты меня вообще слушаешь? Зачем ты меня доводишь-то все время? Ты доводишь меня? Зачем сейчас? Я тебе не надоела? Кстати, Светка вчера мне позвонила и, представляешь, что рассказала. Рассказала, что Настя, которая, помнишь, я тебе говорила, она встречалась с Колей, который брат троюродный Васька. Васька, да, помнишь? И вот эта Света, короче, она с ним пошла. Ой, все. Мы вообще-то разговариваем, если ты не заметил. А ты не хочешь извиниться, например? Ты что, оборзел, что ли? Скучновато, да? Одноклассница. Я так понимаю, жениться ты на мне не собираешься. Одноклассница. Одноклассница. Тебе не кажется, что это уже не любовь, а просто привычка? Она там встретила Петьку. Петьку, которого, помнишь, мы с тобой видели 8 лет назад на день рождения у сестры Машки. Ты осознал? В чем ты виноват? В чем твоя вина? Зай. Здесь толстая, а вот тут толстая. Ну, чуть-чуть толстая, да? Когда ты уже на мне женишься? Ну и как зовут твою любовницу? Толстовато. А за что ты меня любишь? Хватит вести себя как ребенок. Прикинь, Машка начала встречаться с Колей. Коля бросил свою Иру. Ира ушла к Егору. И теперь просто у нас получается такая ситуация, что... Извиниться не хочешь, например? Что это за баба? Тебе что, 5 лет? Я толстая. Ты что, даже не можешь назвать ни одной причины, по которой ты меня любишь? Может быть, ты меня и не любишь вовсе? Главное, как ты подаешь свои слова. Совсем мозгов нет? Удали, пожалуйста, из друзей всех тёлок. Я тебе надоела, да? Приелась. Мама моя подруга. Она должна знать о нас все. О какой любви идет речь, если ты не можешь мне даже внимания уделить? Толстовато. Ты даже не рад моему подарку, да? Ты ничего не хочешь сказать? Закрой свой рот! Ну, конечно, ты никогда ни в чем не виноват. Ты меня разлюбил. Не отвечай. Не отвечай, я все поняла. Рот свой закрой, поганый, козлина. Ну и что ты молчишь? И что это за баба? С головой совсем не в порядке, да? Или я, или твои друзья. Понятно, ты просто решил меня довести, я правильно тебя понимаю? Зай. Слова ничего не значат, важны поступки, понимаешь? Поступки. Если ты хотел меня вывести, блин, то тебе это удалось, скотина. Ты ничего не хочешь мне сказать? Ты нормальный вообще? Главное не что ты сказал, а как ты это сказал. Ты дебил? Так, если ты сейчас не замолчишь, я просто не отвечаю за себя. Сказать ничего не хочешь? Ты просто меня не любишь. Когда человек любит, он никогда так не... Скажи конкретно, за что именно ты извиняешься сейчас? Да пошел ты нахрен! Осознание? Зай, зайчик. Кажется, кто-то захотел остаться без всего? Мы просто друг другу не подходим. Что, понравилось? Когда ты уже женишься на мне? Удачи. Я не поняла, тебе что-то не хватает, может. Может, догонишь? Номерок возьмешь? Иди к своей любовнице, вот этой длинноногой. Может, ты наконец-то закроешь свой рот?